я сегодня хочу показать вам кусочки своей беговой тренировки. А просто с одной стороны протестировать новую камеру, а с другой стороны показать, как это все на практике происходит, где бегаю, как быстро бегаю, ну и что-то еще рассказать по ходу. Сейчас я уже пробежал 6,8 километров, возвращаюсь обратно, бегу вот по опушке нашего бора прекрасно, просто чудесное место для бега, для тренировок. Можно на велосипеде, можно на лыжах, можно пешком ходить. Тут я раньше занимался триатлоном. Вот только провода высоковольтные, но это короткий участок здесь. Под проводами бегать вредно. Но опять же, я думаю, на коротком отрезке ничего страшного. Скоро все подтает. На опушке вот тут хорошо бежится, а по бору был снежок. Бежится уже заметно легче, чем, ну, в начале зимы, допустим, я бегал. Там я просто бегал короткими перебежками, чередовал ходьбой. А сейчас вот реально уже на десятку выхожу. Даже больше, наверное. Мне до дома тут больше, чем 3 километра. И пока нога моя мне не особо мешает. Ну, наверное, сказывается, что все-таки бег по грунту легче, чем бег по снегу и льду. Вот, пожалуйста, вам снег. Тут чуть-чуть тенек, и сразу появился снежок. Так, вот тут вопрос, куда мне бежать дальше. То ли по опушке продолжить, то ли пойти в лес. По опушке рыхлый, мокрый снег, а в лесу утоптанная тропинка. Наверное, побегу в лес. Вот, видите, как площадь 1050 гектар. Пока всего бежишь, мало не покажется. Собака явно мало бегает. Ой, беда всех домашних собак. Ну, не всех, а многих. У меня у самого была спаниель, которую, ну, в принципе, нормально с ней гуляли, бегали много, ну, не бегали, она гуляла, бегала, но мы ее закормили, она была довольно упитанной, потому что жалко было, баловали всякими кусочками со стола, в конце концов умерла. Короче, у нее был диабет, ослепла, и от ожирения сердца, как сказали врачи, умерла. Ну, очень похоже. В общем-то, прямо наглядный был урок, как неправильное питание сокращает жизнь. 10 лет ей было, наверное. Я уже так
прилично подустал. 7,8 километра. Вот. Ну не то, что как прилично подустал. Что это значит? Хочется расслабиться и идти пешком. Хотя бежать тоже можно. Но вот я никак не могу понять этого парадокса. Почему нам трудно потерпеть? Вот это извечное желание сэкономить силы, сохранить их, неизвестно для чего. Вот хочется перейти на ходьбу. Хотя, в принципе, не очень тяжело бежать. Вот тут надо себя заставлять. Потому что не будешь себя заставлять, никакого толку не будет тренировочного. Так вот, 8 километров, 8,50. Это с остановками, с разведкой. А так вот, потерпеть, позаставлять себя. И смотришь, уже в следующий раз бежишь больше. Вот я это за зиму прямо наглядно почувствовал, как возвращается тренированность. Каждая новая неделя ты чуть-чуть больше пробегаешь. Не намного, на полкилометра. Иногда на километр. Иногда опять возвращаешься назад по расстоянию, ну, такой же пробегаешь, как и раньше, без прибавки. Но в итоге за зиму нормально прибавил. Вот сейчас будет, уже сегодня будет больше, чем 10 километров. Конечно, не все меряется километрами. Важен еще темп, но поскольку темп у меня практически один и тот же все время, бывает иногда чуть быстрее бегу, то расстояние как раз то, что мне надо замерять. Вот сейчас нога стала ощущаться. Ну, терпимо. Так, давайте расскажу, что нас ждет на канале. Я познакомился с очень интересным человеком, хирургом, который сам делает операции по удалению простаты, по лечению рака, делает их на роботе. Один из ведущих хирургов России, который, ну если я не ошибаюсь, он стал у истоков внедрения этих роботов Da Vinci в России. Мы с ним уже немного переписываемся, договорились о проведении прямого эфира, где обсудим вот эти все проблемы. Почему так долго восстанавливаются люди после операции, что происходит эрекции, как эта операция влияет на эрекцию, на недержание, какие еще могут быть осложнения. В общем, это те вопросы, которые я хотел бы задать своему лечащему врачу, хирургу, но не всегда это возможно. А тут я надеюсь получить информацию прямо исчерпывающую. Я уже частично ее получил. Почему я, собственно, начал искать с ним знакомство? Потому что у него есть очень интересные видео на ютубе на эту тему. Ну, я вижу, что человек открытый, заинтересованный в контактах. Вот решил с ним познакомиться. Так что в ближайшее время ждите такой эфир.
теперь специально для подписчиков Бюсти, для тех людей, которые меня поддерживают рублем, хочу рассказать о приспособлении для бега, ну и вообще для физических нагрузок, для повседневной жизни, когда у вас присутствует вот это вот недержание. Мы приближаемся к отметке 9 километров. Сейчас. Вот она, 9. 8 минут 40 секунд. Ну да, темп совсем упал. Я совсем потихоньку бегу тут по снегу. Вначале было около 7.50 где-то. Честно говоря, подустал. И не хочется по снегу бежать быстрее, скользковато все-таки. Народу совсем мало, бару. Никто особо не тренируется. На лыжах тоже. Но еще можно при желании. Но уже, конечно, все. Зима, хана. Ну, сейчас пойду пешком чуть-чуть, потому что нога болит. Чуть-чуть пешком пройдешь, становится легче. Вот, кстати, моя дорожка. Мы по ней побежим. Становится легче. Ну, чуть-чуть надо пройти. Так, надо бежать. Надо бежать, а вот лень. И надо себя заставлять. Потому что расслабляться нельзя. Расслабляться будешь дома. Так, побежали. Как говорится, лучше медленно бежать, чем быстро идти. Ой, чуть в сторону проваливаешься. Ну все, выбегаю из бора. 9,6 километра. Так нормально. Подустал. Вот мне всегда приятно замечать, как выбегаешь на пробежку, там размялся, километра 3 прибежал, бежится так легко, хорошо. Думаешь, ну все, вот как я могу бежать там бесконечно. 10-15 километров. Потом проходит эти 10 километров. И все. То есть это усталость накапливается. И потом приходит хана. Как бы ты легко не бежал вначале, есть какой-то предел. Ну, сейчас я совсем медленно бегу. Сейчас кончится снег. Еще неделька, и все этого снега не будет, я думаю, потому что уже тут до 16 градусов передают. Каша надоела это под ногами. Вот таких тренировок у меня уже было тысячи. Я уже счет потерял. Ну вот, выбежал на асфальт. Осталось где-то
полтора километра. Сейчас мы от этого столба начинаем забег свой вверх. Это у меня самый крутой подъем на тренировке. Сейчас вот делаю отсечку. Побежали. Сил, конечно, уже не так, чтобы много. Но просто покажу вам свою горку тренировочную. Еще до полкилометра где-то. Отсечка 3:20. Нормально.